зовут Татьяна Шешко. Я работаю мастером участка ультрафильтрации. Моя рабочая смена начинается в 7:30, поэтому просыпаюсь в 6 утра. Процесс у нас непрерывный, автоматизированный. В течение всего дня мы набираем молоко, перегоняем уже сквашенную смесь, из нее получаем творог. Далее мы запускаем продукт на фасовку. Во время фасовки контролируем запайку, смотрим качество продукта, вес. Это наши танки вместимостью 10 тонн. Сюда мы вносим закваску, благодаря которой наш продукт получается таким вкусным. Работаю уже 4 года. Отучилась в Пинском мясомолочном колледже. Пришла сюда, позвонила мне подружка, объяснила, рассказала, что есть место мастера. И вот уже работаю. Учусь сейчас в экономическом университете. В перспективе стать начальником. Думаю, на этом заводе, возможно, в отделе маркетинга. Моя работа требует таких качеств, как ответственность, стрессоустойчивость. И если что-то выходит из строя, от меня требуется принятие быстрых, взвешенных решений. Я считаю, что моя работа приносит людям удовольствие, тем самым она приносит удовольствие и мне, потому что они едят не только вкусную, но и полезную еду. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.